девчонки, по многочисленным вопросам и запросам хочу показать вам сегодня свою косметику. Вы просили, чтобы Инна покажет свою косметику. Я уже давным-давно обещала, еще, наверное, чуть ли не год назад я обещала, что да, я сниму такое видео, где или буду снимать такие видео, где я буду показывать какие-то, ну, там, покажу с косметики, там, про макияжи, такое всякое, да, будем с вами по-девчачьему разговаривать. Но я никак не могла решиться на это. И вот, слава богу, три видео подряд я снимаю о чем-то, о красоте, о наших девчачьих таких штучках, да, поделиться, что делаю я, может, вы что-то возьмете, вы мне расскажете, что делаете вы, какие ваши любимые средства и все такое. Сегодня, в общем, я буду показывать вам косметику, расскажу, какая у меня есть косметика, вот, и поехали. В общем, девчонки, хранится у меня все в такой косметичке, нет у меня пока стола, чтобы там все хранить и все такого с зеркалом красивым. Но я об этом мечтаю. Я думаю, что у меня это тоже такой столик будет. Так что пока храню я в ванной. У меня в такой косметичке все стоит. Практически все. И давайте я, знаете что, я буду вам показывать. Я не буду каждое средство, каждый там карандашик описывать, хороший, нехороший. Я просто вам покажу, что у меня есть. Давайте. И все. В этой косметичке. Что у меня в косметичке, да? И поехали. Давайте я сначала покажу, что у меня за косметичкой, да, средство. Это всем известная палетка Nike, это которая я мечтала. Уже, думаю, все знают, что она у меня есть. Мне ее подарила моя подружка Гентари. В общем, вот такая палеточка. Вот, с такими цветами. Ну, в общем, она уже всем известная. Просто я вам покажу, да, что у меня есть. Дальше. У меня здесь уже, конечно, я повытаскивала, но у меня просто такие румяна. Вот. Я просто держу в такой коробочке, потому что, ну, не высунешь их никуда, они просто рассыпятся и все, да. Вот. Здесь у меня также было, что у меня было? У меня было хайлайтер, тинт и, по-моему, все. А, и... Да, и все. Вот. Такие румяна у меня. От Benefit. Дальше это у меня точит карандаши, точилка. А, еще за этим. Вот у меня моя тоналочка Clarins. Я понимаю, вид не очень. Расскажу историю. Я, ну, это, наверное, третий, может быть, или четвертый мой флакончик. Ну, что-то присела я на Clarins. Кстати, сейчас попробовала вот пробничек от Clinique. Вот такой, ничего такой пробничек, кстати, я еще сейчас только первый раз попробовала, еще потестирую его, может быть, возьму от Clinique тоналку. В общем, пользуюсь я обычно от Clarins, мне очень нравится, у меня номер, какой у меня номер, не могу сказать, у меня все заклеено. Семерочка, по-моему, или не семерочка. Окей, давайте я не буду обманывать. Купила эту тоналку, очередной флакончик, и на второй день она у меня упала и просто вот здесь лопнула внизу. Представьте, как жалко. И я попросила Диму, он мне все так аккуратненько заклеил скотчем, и я вот ее уже допользую. У меня еще тут чуть-чуть над ней уже ее вот копиночку осталось, может, вон видно. Но зато не пришлось новую покупать, потому что очень-очень жалко было. Так. Дальше поехали. Наверное, надо как-то в темпе это все делать. Так, ой, буду сразу и протирать тут, потому что запылилась немножко. Такая у меня новая сейчас пудра взяла от L'Oréal. В принципе, неплохая такая пудра, матирует все. Биби, пудрочка. Дальше у меня тенюшки от Avon. Кстати, неплохие, очень даже у теню Avon. Но у меня они пострадали, у меня девчонки, что тоже любят покраситься мамиными тенями, понимаете? И у меня они вот, вот видите, одна вылетела. Вот такие я ими сейчас, кстати, накрашена. Люблю их, я в основном их использую для дневного макияжа. Просто вот этот цвет бежевый в уголок глаза и, ну, с этой, да, стороны. И уже с этой, вот этим пользуюсь, коричневым. Ой-ой. Вот так. Очень классные тенюшки. Вообще нравятся.
Нравится мне Avon. Avon. Что-то у меня еще было от Avon, да. Такие же у меня были тоже с фиолетовыми оттенками. Очень тоже классные. Я ими тоже чуть ли не каждый день, там на каждый день пользовалась. Но мне девчонки их разбили. Очень жалко. Вот. И я взяла от Avon вот такие. Но они более яркие. Вот такие вот. Вот этим я очень редко-редко, это вечер, на вечер куда-то, но они очень, ой, упала, просто блестки, да, и вот этими вот я, в основном, так пользуюсь иногда, когда у меня есть настроение на фиолетовенькое. У меня что зеленые глаза, а фиолетовый цвет, кстати, классно говорят, вытягивает вот это зеленое, зеленизну с глаз. Дальше мой новый тоже нравится, мне хорошенький такой консилер от кого-то, это Maybelline, да, вот такой консилерчик. Какой-то первый номер. Ну, думаю, это все его уже знают. Дальше тушь, которая у меня уже сейчас подсыхает. От Dior. Вот такая, как она там называется. Давайте я, наверное, не буду читать, вы сами прочитайте, потому что где. Потому что я вообще не знаю, как правильно по-английски читать и как по-французски там читать. Ну, классно, хорошая тушь. Ну, не скажу, что я ее опять куплю, потому что мне что-то уже новенькое нравится, там другое. Такая вот кисточка. В принципе, тушь классная, можете покупать, не пожалеете. Тушь хорошая. Но она у меня подсыхает, может быть, надо будет взять капельки глазные и разбавить ее еще. Раз мы уже пошли по туши, давайте пройдемся. Так, это у меня тоже от Avon. Я обычно Avon беру, когда я езжу в Украину. Какой-то фиолетовый цвет. Паршивый, не берите. Он у меня лежит, я не знаю зачем. Иногда очень-очень редко могу намазаться и вообще не нравится. Это тоже с такой же серии от Avon, только зеленая. Вот такой грязно-зеленый цвет тоже, не знаю. Очень редко пользуюсь, вообще не нравится мне. Абсолютно. И то же самое, ну, такой же, ну, думаю, это многим известно. Супершок называется от Avon, Супершок. Вот такая, вот это классная. Я всегда, кстати, брала ее, мне очень нравится. Такая силиконовая кисточка. В принципе, прикольная такая. И очень-очень классно прям, ну, она уже подсохла у меня, подсыхает, тоже надо разбавить. Очень классно наносится, прям увеличивает ресницы, так что кто может в Украине, живет в России, вот этот супершок, очень классная тушь. Дальше тушь еще какая у меня есть. Вот такая есть у меня пробничек от Benefit, очень классно. Я вот уже даже думала, если у меня закончится вот уже тушь, и мне надо будет новую тушь покупать, я куплю вот полную размерку, но пока у меня даже есть, я наслаждаюсь этой. Очень нравится вот такая у нее кисточка. Как там? Надеюсь, видно. Вот такая кисточка. Очень классно разделяет ресницы. Очень классно прокрашивает. Вообще, очень-очень нравится этот. Классно. Советую всем. Дальше, по-моему, нет, туши еще не закончились. Вот такая тоже мне очень нравится от L'Oréal. Синяя. Очень классная. Я вот ей тоже крашусь. Вот такая кисточка обычная, в принципе. Ну, классная тем, что цвет прикольный. Не, ну, в принципе, наносится она хорошо, так и реснички подкрашивает. И, ну, что-то я в последнее время уже не пользуюсь, но иногда, думаю, вы в моих видео очень часто меня с ней видели. Дальше, так, туши, по-моему, все. Да, туши все. Так, это у меня, это у меня шли... как они, праймеры, да, правильно называются? Ну да, праймеры шли, это набор от, вместе с палеткой Naked. Я просто их сейчас тоже пользую немножко. Дальше у меня праймер еще один есть. Это, помните, может, если кто-то со мной уже давно и смотрел... Если кто-то со мной уже давно и смотрели, я когда-то заказывала себе вот эти, знаете, коробочки, не знаю, как они правильно, коробочки красоты называются или как, когда там вам всякие пробники присылают, всякие косметические. Кстати, вот этот мне от Benefit пробник тогда и прислали тоже. И прислали также вот такой праймер от какой-то, я не знаю, что за фирма даже, Absolute New York. В
принципе, очень даже такой неплохой праймер. Господи, очень даже такой неплохой праймер. Вот такая кисточка здесь. Пользуюсь. Ничего плохого сказать даже не могу. Так, это мне надо выкинуть. Это от P2 такой бронзер, вообще ерунда, жидкий. Вообще мне не нравится, надо выкинуть его. Или кому-то отдать. Потом, это я взяла, кстати, попробовать, даже еще не пробовала. От L'Oréal тоже вот CC крем нюд. Он специально идет для такой покрасневшей кожи, да, скрывать какие-то покраснения, потому что у меня кожа достаточно, она чувствительная, и я не знаю, как это сказать, тонкая, что ли, у меня вот идет вот здесь вот в основном покраснение, вот такие, знаете, когда вот без косметики умоешься, прям вот на лбу где-то вот здесь, прям такие покраснения, или даже если какие-то красные прыщики, тоже можно скрывать. Он что, чем прикольный? Он такой зелененький, ну как бы, может, кто знает, как бы зеленоватый цвет, он скрывает, перекрывает покраснение. И когда его начинаешь вот так делать, сейчас, не знаю, видно, он, видите, такой в тон уже превращается, с такой немножко зеленоватостью. Так что, не знаю, буду пробовать, как он. Как он вообще? Еще не пробовала. Навью, навью. Дальше у меня бронзер от Catrice. Хороший бронзер, мне нравится. Какой-то у меня номер 030. Medium. Вот такой, да? Давайте я вам открою, покажу. Хороший такой бронзер. Ничего сказать плохого не могу. Хороший. Тоже новиночка у меня. Так, это я покупала от Авена, вот такой тоже как бы такая как мозаичная мозаика, пудра такая мозаика, да, сделана. Ну, не знаю, мне терла я ее, терла, она мне вообще не нравится. Не нравится, поэтому я купила новый бронзер себе. Вообще не понравилась она мне. Надо куда-то ее скинуть. Дальше, что у меня еще? У меня здесь есть вот такие, боже, они же такие зашорханные, мне аж стыдно показывать. Тенюшки. Вот, я не знаю, кстати, это мне подарили, я даже не знаю, что это за фирма, какая-то фирма Ви. Что за фирма Ви, я даже вообще не в курсе. Вот, в общем, такая фирма. Они вот так открывают, ой, что-то надо протереть. Вот, и, ну, тени, кстати, очень классные. Вот, я ими, видите, уже до дыр запользовала. Мне очень нравится. Я обычно пользуюсь, вот видно, наверное, уже вот этим цветом такой тоже я на день, хотя они шиммерные, но я их использую на день. И они очень классно пигментированные. Вот, опа. Очень классно. Кстати, так же покажу. Видите? Очень классно пигментированные и очень хорошо держатся. Ну, что за фирма, я даже не знаю. Я говорю, мне это подарили, был подарок. Я их, они мне нравятся. Вот, дальше тоже от этой же фирмы Ви, но это я, о, мне тоже это подарили тогда же. Но я не знаю, я ими очень-очень редко пользуюсь, вот этими. Хотя они тоже достаточно пигментированные, видите? Вот. Ну, не знаю, что-то я за них забываю. Хотя цвета очень даже такие прикольные. Ну, такие шиммерные, да? Ну, прикольные. Отдаются хорошо и держатся тоже неплохо. Так. Кстати, у меня вообще немного косметики. Так что не засмейте меня. У меня вообще мало косметики. Так, здесь это тоже. Это что? Это мне приходило тоже в той же коробочке красоты. Я даже не знаю. Я даже их не пользовалась. Смотрите, они вообще новенькие у меня лежат. Какие-то вот такие тенюшки. Не знаю. Я ими не пользовалась. И здесь также открывается вот такое и зеркальце. И кисточка. Лежат. Ждут своего времени. Это спонжик у меня какой-то завалялся. Дальше. Дальше. Это у меня уже тоже, я его добиваю. Гель для бровей, да, чтобы укладывать свои бровки от MAC. Дальше. Это у меня такой тоже карандашик идет. Карандашик для век. Не знаю, мне очень нравится цвет. Сейчас покажу вам. Тоже мне приходил в этой коробочке.
Он классно очень, вот такой, очень классно держится на глазах, на веках, и очень тяжело смывается. Ну, очень классно, мне нравится такой цвет, я им тоже пользуюсь. Дальше это тоже от Ви, вот это мне подарили. Тенюшки какие-то, но я ими даже не пользуюсь, надо тоже их кому-то отдать. Я не люблю, кстати, чтобы у меня валялось что-то лишнее. Вот такие. Не люблю то, что у меня лежит, я им не пользуюсь, мне надо, чтобы место было свободное, освободить для того, что только я вот только этими пользуюсь. Дальше у меня вот такой, как бы это, я не знаю, как сухие тени называются, или я даже это как хайлайтер использую. От Avon. Я не знаю, сколько уже этому лет. Просто, я не знаю, покупала очень давно. Но они у меня еще есть, и я их очень люблю. Я обычно использую в уголки глаз. Вот так вот, видите, оно подсвечивается. У меня сейчас в уголках глаз это. Вот такая кисточка набирается. Там вот эти сухие тени. Очень классно. И держится хорошо вообще. И вот растушевывается прям такие. Блестит так. Не знаю, наверное, не видно. В общем, это я вам показала, что хорошо, что плохо. И все, да, типа. Сказала, что не буду подробно рассказывать. Дальше это от Benefit. Такой хайлайтер жидкий. Тоже неплохой. Это от Benefit Tint. Да, для губ и румян. Но я использую чисто для губ. Дальше, а вот еще такой тоже сухой хайлайтер, даже, или как это, ну, сильно сыпучий, мне не очень нравится, от Ви. Вот это то, что я показывала тоже, да, очень сыпется, и прям вот такие блестки. Он, если вот этот от Avon, он как-то более держится, ну, видите, аж, фух, пошла пудра такая сыпучая, блестящая. Если этот более как-то держится вместе, то этот вообще рассыпается. Так, такой же, как вот этот от Avon, у меня вот такой коричневый есть. Тоже иногда пользуюсь, но очень редко. Если этим я постоянно пользуюсь, то этим редко. Я не знаю, сейчас они есть или нет уже. Я что-то не видела вот таких уже. А раньше было тоже такой неплохой цвет. Прикольный. Освещение, конечно, у меня вообще... Я извиняюсь за освещение. Ужасное. Я не профессионал, видите. Освещение не покупала. Сижу возле окна, но за окном вообще пасмурно так. А, это у меня такой блеск для губ просто. Кстати, забыла свои блески, там у меня еще лежат. Но я думаю, блески для губ, это вам будет уже неинтересно. Вот. Не знаю, тоже мне приходилось в этой коробочке. У меня все с этой коробочки. Сама ничего не покупала. Обычный такой блеск. Такой нюдовый, очень нравится. У меня сейчас он на губах вместе с карандашом. Сейчас покажу, с каким. Мой любимый карандаш для губ от Maybelline. Ой, какой-то супер Stay Lip Liner. Я не знаю, давайте вы, если вот так, сами прочитаете. Какой-то номерочек. 14, да? А, 41. 41 номер. Очень мне нравится. Вот у меня сейчас на губах вот это вот. Вот это у меня на губах. Я всегда наношу. Нравится, нравится. Дальше. Ой, господи, протирать сюда. Ой. Дальше у меня вот такой тоже консилер от Yves Saint Laurent. Не знаю. Как-то это я поддалась на рекламу в Ютубе. Сказать, ну не знаю, консилер как консилер, вообще ничего, такой карандаш, да, ничего сказать не могу, я уже, наверное, года два им пользуюсь, и вот у меня еще его столько, никак добить не могу, не знаю, мне вот этот от Maybelline больше нравится, вот этот больше нравится, чем этот, потому что этот все-таки где-то и даже в складочке забивается. Помада у меня от Catrice, которой я очень сейчас редко пользуюсь. У меня в основном ею пользуется Маша. Она берет и красит губы себе. И все, девчонки, остались у меня теперь только карандашики. Такие бедненькие, покоцанные. Огрызочки. Ну, есть не огрызочки, вот эти все мои карандаши. Это у меня от P2. Я взяла такой серенький карандашик. В принципе, неплохой. Такой немножко блестящий. Пользуюсь. Такой карандашик. Неплохой такой, да?
Так, дальше тоже пользуюсь. Вот такой огрызок, уже поломанная эта тут крышечка, но мне его жалко выкинуть. Серенький такой от L'Oréal, тоже очень-очень классно наносится, вообще мягенький такой, ну, просто серый карандаш. Ну, пока до конца не допью, не выкину. Ой, то же самое от Catrice, по-моему, это, да? По-моему, от Catrice. Не смейтесь только с меня. Вот такой фиолетовый карандашик, тоже очень такой прикольный. Очень классно наносится. Единственное, что проблема его точить, потому что он такой мягкий, что он стачивается, поэтому он у меня такой короткий. Я его в основном сточила. Такой фиолетовый цвет. Дальше это у меня я бровки подвожу от Art Deco. Такой, я даже не знаю, такой коричневый какой-то, светло. Ну, это я сейчас намазюкала. Вот такой он, видите, тонкая. Это я бровки подвожу свои. Тоже такой огрызочек остался. Дальше это у меня тоже от P2. Тоже неплохой такой карандашик для губ. Но он такой тоже как бы нюдовый, но он больше такой с розовинкой идет, видите? Такой. Дальше у меня идет карандашик от Avon. Кстати, очень классные карандашики. У Avon вот такие именно они выкручиваются. Они очень стойкие, они очень классные. Ой, божечки, у меня тут он конкретно что-то выкрутился. И он немножечко с таким шиммером. Он немножко блестит, но он классный, он очень мягкий. И что классно, его не надо точить, он выкручивается, очень классный и очень-очень стойкий. Так, дальше это у меня от P2 такой темно-синий карандаш для глазок. Он как бы такой, как темный, да? Чуть-чуть такой синевой. Дальше это у меня для губ тоже карандашик идет. Это чей? Тоже от P2. Тоже неплохой такой. Я брала все такие нюдовые. Но он похож на тот, который я тоже показывала предыдущий еще. Он тоже такой немножко такой, с розовинкой, да? Вот. И последний карандашик. Такой голубенький для глаз. Не знаю, я им очень-очень редко пользуюсь. Вот такое. Когда хочется какого-то такого эффекта. Ну и все. Вот это вся моя косметика. Больше ничего нет. Я там еще парочку блесков для губ есть. Но я их забыла взять. Уже не буду за ними бежать. Ничего, в принципе, такого интересного. Так что все, девчонки. Всем пока-пока.